Хазиева Равилья Минигалиевна родилась 15 августа 1930 года в Д. Ибрагимова Кармаскалинского района Бассер. В 1952 году окончила Уфимское театральное художественное училище. По окончании училища работала в Башкирском государственном ансамбле народного танца имени Файзи Гаскарова. В 1973-1978 году в Башкирской государственной филармонии, Башкирском государственном театре оперы и балета сотрудничала с Союзом композиторов Бассер.